По заданию Министерства здравоохранения Российской Федерации в Хасавюрт прибыл главный реаниматолог-анестезиолог Северокавказского федерального округа Виталий Слепушкин. Для проверки состояния и оснащения городской больницы в сопровождении главного врача Алжанат Гаджиевой профессор провел обход по отделению реанимации и лично побеседовал с медперсоналом и пациентами. На месте проводились консультации, рекомендации и обмен опытом. После обхода Слепушкин поделился впечатлениями от увиденного. Приятно удивлен, что хасавюртовская служба гораздо лучше, чем в Махачкале, в тех больницах, которые я видел. То есть хорошее оснащение, очень хорошее. Вот это мне было очень приятно сегодня увидеть. Даже вот есть такой аппарат по замене крови, который вообще, ну, в Махачкале у вас там нигде его нет, а здесь есть. Так? Или лабораторная здесь служба великолепнейшая, просто великолепная, определяют такие вещи для диагностики, помощь диагностике, которая тоже... Мало где есть. Кроме того, специалист подчеркнул, что помимо материально-технического оснащения в больнице Хасавюрта работают квалифицированные врачи, которые регулярно развиваются, каждый по своему направлению, что играет ключевую роль в современной медицине. Ну и врачи. Вот со мной стоит заведующий отделением реанимации. Я его знаю много лет, он все время к нам приезжает на учебу, на наши конференции. Вот доктор-хирург, мне тоже приятно. Он тоже у нас во Владикавказе бывает на конференциях. Сейчас у нас будет очередная конференция в марте, вот они опять обещают к нам приехать. Так что они учатся, вот это приятно. Как отмечает специалист, тактика лечения пациентов соответствует стандартам, заявленным не только в России, но и во всем мире. Особо подчеркнув, что осмотрев больных, в частности людей, перенесших инфаркт миокарда, которые подпадают под категорию тяжелых, менее чем за сутки, хасавюртовским врачам удалось стабилизировать их состояние. Вика Сулейманова, Тагиб Магомеднабиев, информационная программа «Пульс».